Так лучше. Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Ого! Крепко заперто. Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь. Я его хочу!
за ними! Ah!
Ого! Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. А знает ли Синдри, что его небодвиг запутался в корнях? Вряд ли. Он заставит его работать? Мне все равно. Это дым? Это хельская колючка. Ее не сожжешь и не разрубишь. Отойди, сын. О, что это такое? Поищем другой путь наверх. Ну вот, ведьму бы сюда. Она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна, и обойти его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Предупредить не могла. Закрутилась, друга спасала, как вы помните. Черное дыхание – это искаженная магия, даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может... Так я искупаю грехи, которые сама совершила. Или вы мне просто нравитесь? Мы чуть не убили твоего друга. И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Мы идем в другой мир? И ты с нами? Лишь ненадолго. Лишь ненадолго. Используем это. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гному подножья этих холмов.
чинил, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может, уже закончил? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Просто поверни. Вот, видишь? Храм Тюра в центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор, и грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем, и Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. Знаешь, а мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки, даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мертвый язык. А, печально. Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты. Сейчас покажу. Ты смотришь? Леоста! Ого! Он твердый! Эльфы строили. Моя тетива пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов. Стой! Он не исчезнет под нами? Нет, пока свет свободно льется. Идем. Мне б такой лук. А что за магия в этих корнях? Магия ванов. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так. Мама почти не говорила о ванах. Лишь то, что они всегда воюют с асами. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие. Не бывает хороших богов. Я думал, ты понял. Эти руны из Муспельхейма, огненного мира. Детям там не место, даже храбрым. Язык Нифльхейма, дурное место. Сплошь лед и туман. И злые насмешники гномы. Храм Тюра. Тюр построил его при помощи великанов и отсюда мог отправиться в любой из девяти миров, прекращая вражду между ними. Что-то не прекратилась вражда. На нас везде нападают, особенно мертвяки всякие. Восставших мертвецов и правда все больше. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Остались только разбойники. Эти выживать умеют. Внизу лестницы направо. Эй, еще один световой кристалл. Ждите здесь, а я разбужу свет. Леоста. Получилось. А что мы делаем? Чиним поломанное. Сперва подними эту ось. Хорошо, задвинь ее на место.
движении колесо в колее. Хорошо, теперь толкай мост по колее. Весь мост поворачивается. Разве может весь мост поворачиваться? Ого, ты правда сильный. Продолжай толкать, пока мост не дойдет до первой точки. Не устал? Нет. Он у меня сильный. Насчет мертвецов. Их называют скитальцами. Но кто они? Это просто несчастные души, которым нет ни покоя, ни суда. Как? Магия ванов может воскрешать? Да, ваны это умели, но сейчас магия ни при чем. Нашествие мертвых лишь сигнал того, что в мире что-то разладилось. Что-то или кто-то потревожил слишком могущественные силы. Это все, что я знаю наверняка. Отлично! Поднимайся! Мы готовы! Впечатляет. Спину ты не сорвал? Я не сорвал спину. В эти двери. Так кто строил храм Тюра? Великаны или эльфы? Все расы принимали в этом участие. Последний раз, когда жители всех миров работали вместе. Дальше была лишь вражда. Лиос! Тетива уже не сияет. Ее магия иссякла. Оставалось уже совсем немного. Мы осушили всю до конца. Дай мне лук. Как получите свет Альфхейма, напитай его силой тетиву. Не забудь. Разве не пойдешь с нами? Я попробую. Но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Мидгард. Почему? Боги меня не жалуют. Это здесь? Так темно. Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Бивреста. Эти корни не твоя магия? Нет, это корни великого мирового древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Подойди. Как это работает? Вам нужно это. Биврест. Он открывает путь меж мирами. Он может поймать, удержать и перенести свет Альфхейма. Помести Биврест сюда. Что теперь? Подожди. Дай храму время пробудиться от долгого сна. Из этого зала и только отсюда возможно будет переходить между мирами. То, что вы видите перед глазами, представляет собой этот храм, а также все башни девяти миров, которые окружают озеро. Все миры существуют в одном пространстве, как отражение друг друга. Эти двери, башни у озера, все девять миров тесно переплетены. И все они находятся на ветвях мирового древа. Разделяет их свет Альфхейма в Бивресте. В этом зале вы можете управлять светом. А это мировое древо?
Это всего лишь его изображение. Нет, Игдрасиль на самом деле куда больше. Древо жизни связано с судьбой всех миров, а мы связаны с ним. Древо питает наши почвы. Росы с его листвы наполняют озера и реки. Корни мирового древа дают жизнь всем созданиям на его ветвях. Его сила вплетена в саму ткань жизни. Рождение, рост, смерть, возрождение. Каждая нить тянется сквозь пространство, тянется сквозь время. Каждая возвращается к древу. Ну, так это работает. Но тебя ведь больше интересует практическая сторона. Да. Ну что ж, мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону Ванахейма. Поверните колесо туда, куда нужно нам. Вальфхейм. Стой, ну что, двигает большой мост снаружи? Да. Колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров на озере. Стой, вон там нет башни. Поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, к которой приведет мост, переход не откроется. Для каждого мира есть путевая руна, открывающая в него мост. Я покажу вам руну Альфхейма. Теперь вы можете направить мост к башне. Мы готовы. Не забудьте взять Берёст. Его нельзя терять. Теперь мост изменит направление, и откроется мир между мирами. Видишь огромный кристалл? В каждом мире есть такой. Он фокусирует и усиливает силу Беврёста, создавая мост в этот мир. Поэтому путь между мирами можно открыть только из этого зала. А как же башня, которая не достает? Башня Йотунхейма пропала из всех миров более 100 зим назад, когда великаны исчезли из Мидгарда. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. Не вышло. Мы все еще тут. За мной. Беврёст погас. Это силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Беврёст не получит свет Альфхейма. То есть мы застряли? У такого, как ты, не будет проблемы с возвращением в Мидгард. И мы сможем прогнать черное дыхание? Да, если добудете свет Альфхейма. Добро пожаловать в Альфхейм. Как вы заметили, свет, он едва виден. Что-то не так. Видишь столб света на горизонте? Он будет в самом центре храма. Там то, что нам нужно. Нет. Нет, 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 нет. Проклятие, так что быстро. Что происходит? Чтобы восстановить магию Беврёста, нужно шагнуть в свет. Будьте очень осторожны, чтобы не попасть на... Она не погибла, правда? Нет, вряд ли. Идем. Посмотри вокруг. Держись рядом, ничего не трогай.
А это что? Похоже, ты это убил. Наверху! Ого! А это что? Это не наше дело. Соберись. Что написано? Что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Они убивают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Темный эльф! Почему они нападают? Мы ничего не делали. Будут еще. Фу, началась эта гадость. Кто-то сказал? Нет. А, ладно. Ну, мы хотя бы ближе к свету. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Это Синдри? Смотри, там на берегу лодка.
Как ты опередил нас? Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ. Верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Синдри, ты всегда был такой... Чистюля? Ха, если бы. Нет, я был таким же неряхой, как любой гном. Пока однажды мудрая ванская колдунья не открыла мне глаза. С помощью магии она выяснила, что вокруг нас полно крошечных созданий. Ах, таких маленьких, что их и не увидишь. Да ну! Это правда. И если они попадут к тебе внутрь, ты заболеешь. Но колдунья сказала, что есть одно дерево, дуб. Оно является естественной защитой, не дает мелким созданиям размножаться. И теперь все рукоятки я делаю из дуба. Я все предусмотрел. Ну, за работу. А почему Брок синий, а ты нет? Сын. О, это весьма хороший вопрос. Видишь ли, мой брат не такой осторожный, как я. Он предпочитает работать с металлами, с голым... С голыми руками. Без перчаток. Говорит, иначе у него ощущения не те. Контакт с активным серебром необратимо меняет цвет кожи. То есть навсегда. Но не стоит с ним это обсуждать. Он иногда такой ранимый. Неудивительно. Синдри, может, помиришься, наконец, с братом? Я? Помирюсь? Но он же упрямый болван и не думает меняться. Он говорит про меня ужасные вещи и стыдится собственных творений, которые, кстати, и правда так себе. Он винит меня в том, в чем я не виноват. А? Например? Прошу прощения. Мне нужно успокоиться. Ну, к делу. Плохого не посоветую. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Но это я так. Не берите в голову, да?
Я-то плохого не посоветую. Носите аккуратнее. Это великолепно. Плохого не посоветую. Стесняюсь вас просить. Носите аккуратнее. Великолепно! Но это я так, не берите в голову, да? Это великолепно! Отлично! Я плохого не посоветую. Больше не давай это моему брату в руки. А если все же дашь, скажи ему подольше отпускать сталь. Он корёж в детстве. Теперь твоим врагам не позавидуешь. Пусть держит грабли подальше от моего топора. Легкие руки деревьев. Ты же для этого ведь было что-то еще.
что сказал? Я молчал. Правда? Ну ладно. Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... злые. Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но нас их дела не касаются. Погляди, наверное, это и есть храм.
Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет, на время или навсегда. Ты много знаешь про войну, правда? Войны ведут по двум причинам – ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы.